Вот оно, наше лунное затмение. 16 июля 2019 год, 23:03 по Киеву. Вот слева наползает тень Земли на Луну. Небо, к сожалению, полностью покрыто облаками. И вот я сейчас только в этот небольшой разрыв смог попасть в прореху между облаками. Это уже чересчур. Да. Совсем небольшое прозрачное пространство на небосводе. Вот уже сейчас видно, облачка находят. В общем, впереди еще часа три затмения. Будем ловить, рыбачить. В максимуме в первом часу ночи, в половину первого ночи будет покрыта тенью Земли 65% Луны. Немножко не повезло с погодкой, но дело такое. Вот опять более-менее чистое пространство. Да, в 17 году, когда я снимал, тень Земли проходила по низу Луны, условно говоря, по северному краю. И тогда было всего 25% закрыто Луны тенью Земли. Ты смотри, Сатурн видно, Юпитер видно. Ох, ну облачка, которые идут с запада, как-то совершенно надежды не оставляют. Попробовать на Сатурн навестись. Сатурн совершенно недалеко от Луны. 5 угловых градусов. Не видит, тоже облаками скрывается. Ну, тогда Юпитер, он-то не подведет. Надеюсь. Не может навестись, не видит даже спутников Юпитера. Как сквозь молоко.
Не, не покажешь ты нам спутника. Галилеевых. Фотоаппарату претензий предъявлять не приходится. Облачность есть облачность. Никуда не денешься. А тут 666 миллионов километров до Юпитера. Ушел. Ну ладненько. Что уж тут мучаться? Как у нас выглядит луна, уже спряталась за облаками. Ну ладно, и будем ждать.